Телепроект «Премия». Калининградский продукт. Компания «СП Строй» на строительном рынке уже более 10 лет. Основатель компании Павел Седойкин – потомственный строитель. Я прошел весь путь в строительной отрасли, от разнорабочего, потом был бригадиром, прорабом, инженером, заканчивал уже в должности начальника проектов, руководителя проектов, начальника участка больших достаточно проектов. И «Балтимолл», и медицинский центр «Геном» был под моим руководством сделан. История его профессионального становления – подтверждение тому, насколько важно быть преданным своему предназначению и следовать за своей мечтой. Я вникаю в каждый процесс работы практически на каждом объекте, особенно в какие-то сложные задачи, и решаю их вместе со своими сотрудниками, то есть я их не бросаю на произвол судьбы, скажем так, и чтобы они там сами решали все проблемы. То есть мы вместе собираемся, обсуждаем, решаем, находим выход из ситуации, и даже если это необходимо, то есть я участвую в процессе, помогаю им там где-то советом, где-то делом. Строительство – это динамичный бизнес, где переплетаются инновации, технологии и творчество. «СП Строй» предлагает полный спектр строительных услуг. Строительство частных домов, комплексная отделка жилых и коммерческих помещений, продуктовые магазины, бутики, офисы, медицинские клиники, частные дома любого масштаба. Все это объекты гордости «СП Строй». Мы не боимся сложностей и готовы взяться за реализацию любого проекта. Опыт нам это позволяет. Для «СП Строй» не существует невыполненных задач. Более того, поиск пути решения – вот что самое интересное и ценное для Павла в этой работе. «СП Строй», Седойкин Павел.